Привет всем! И с вами открываем вот этот набор. Как называется, Татья, этот набор? Придурскую Мэг. Касса. Касса. Магазин. Магазин. Давай, да открываем? Да, открываем и будем играть. Так. Так, вот этот уже упало. Вот что это? Молочко или что? Молочко. Да. Вот здесь. А это что? У нас. Сейчас как-то папа все распечатает. Так. Каса готова. Да. Дрыж. Сейчас Тати распечатает все. Тебе вот поможет? Слушай, подожди секундочку, папа еще не раскрыл все. Так. Сейчас он вымет из коробки. Сейчас, удрыхнись так. Аккуратно, котик, папа с ножницами, чтобы не пораниться. Аккуратно. Так, давай еще раз. Вот так. Да, главное, что оно закрытое молоко и не разольется, да? Да. А то я бы и другое. Что мы будем готовить из молока? Это буду покупать. А, ну понятно. А потом, когда купим, что будем вот, делать вот из молока? Вот как оно скрывается. Вот. Так. Вот тут это все, будет делать. Все вынимается. Вот так. Поверни к нам. Откроем кассу. Да, секундочку, Тати. Что у нас входит в набор? Рассказывает. Кассовый аппарат, да? Это вот может, это и вот это. Что такое вот это и вот это? Молочко я увидела, да? Да. Ой. Покажи молочко какое, да? Вот это. Поверни к нам. Вот такая бутылочка молочка. И вот такая корзинка. Дай сюда потом покажем. Вот такая корзинка с покупками. В нее входят. Сейчас мы откроем. Все заклеим. А ты открой, ладно? Да, сейчас я открою. Так, значит, здесь у нас есть виноград, лимон или лайм, потому что он такой очень зеленый. Вот, мы все открыли. С картошкой фри какая-то коробочка, с пиццей и с курочкой. А еще, держи, Деца. А еще здесь на дне коробочки лежат карточки и деньги, чтобы покупать все. Покажи нам, какая у тебя касса, Деца, как она открывается. Ой, осторожно. Вот, монеточки. 4 вот таких. 4 пластиковых монеточки. Мама, 5, 10, 20 и 25. Давайте я тебе помогу. Копеечки держите, в кассу ложите. Да? А что тут у нас еще есть? Что это? Вот деньги. 5, 10, 20 и карточки. Вот, пожалуйста, если тут карта не коробочки. Платить, вот здесь надо проводить, чтобы покупать. Да? Вот вам деньги, кассир, пожалуйста, будете давать. А это пицца, у нас пицца есть. Вот, смотрите, какая пицца. А, надо же вставить батарейки, чтобы оно играло. Оно же музыкальное, вот батарейки. Вот, мы подготовили батарейки. Давайте сейчас узнаем. Вот. Я уже платит карточкой. Подожди, давай сначала ставим батарейки, тогда будем покупать и продавать, да? Да. А покажи еще, какую мы тележку сегодня купили. Ты же хотела тележку? Вот такую тележку для покупок. Инструменты готовы? Давай, Тати, открыт. Давай папе, папа тебе положит, вставит батарейки туда, в набор. Все. Папа все серьезно, шуруповертом открывает.
Он был под рукой. Вот сейчас батарейки ставим. Вот одна. Значит, набор уже две пальчиковых батарейки. Давай покажем. Вот такие батарейки. Закрывай быстрее. Да, ой, закрывай, давай. Скорее, папа, нам надо срочно что-то купить или продать. Вот такие карточки. Это чтобы платить картой. Безналичный расчет. А вот он разложили вот игрушки, много игрушек мы тебе наложили. Будем их сейчас вот покупать. Ой, и продавать. Монетки. Поднимай. Готово. Чем будешь сдачу давать? Вот. Давай. Иглой. А ну-ка попробуй что-нибудь купить. О, пикает, пикает. Это когда на кассе продукты. Вот. Со штрих-кодами. Давай так. Папа с корзиночкой пройдется, купит продукты, да? Какие-то. С такой с тележкой поедешь, папа? Да, вот давай. Такая у нас тележка специально. Заходи, папа, в наш магазин. Нет, потом у нас... ты будешь продавать. А, папа будет буду... продавать? Хорошо, давай. А ты давай покупай тогда. Ой, корзинка. Корзинка для покупок у папы. Добрый. О, стойте, я забыла вам дать. Продукты? Здравствуйте. 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 Да? А можно виноград? Сколько можно. Им стоит? 10 копеечки. Ты возьми его деньги, возьми деньги в руки вот, и будешь деньги, у папы покупать. Вот. Вон еще бумажные деньги. Вот тут впереди есть. И карточки. Все бери. Можно и карточку. Все бери. Давай я. С карточку. Ты же будешь покупать. Легче, да? Давайте да я подожди. Буду ставить. Папа же будет кассир, а ты покупай давай, продукты сейчас. Себе. Что, только виноград будет у вас, да? Да. Добрый. 10. Корзина у нас. Вот. Ой, как это? Как проводим карточкой, давай покажем. Вот так. Оп, провели карточкой. Ой. Оп, касса ого, открылась. Касса ложи открылась. Туда деньги, ложи деньги. Давай ей 10 копеек. Ну, она платит с карты. А, точно, безналичный расчет, я забыла. Вот ваша карточка. Все, и виноград тоже ваш, вы его купили. Приходите к нам и еще. И что это? Какая-то... Печенька. Печенька? Хотите печенька? 20 гривен. А с чего будете платить? И еще лимон? Карточка или наличными? Плюс 10. Наличными она будет платить. Ваши 25. Ой. Выстрелил лимон. Ой, упала. Спасибо вам. Приходите еще. Вот, забирайте покупки, Мисяви, и уходите. Пока-пока. Пока-пока. Что ты там купила? Показывай. Еще будем продавать. Еще? Бери большую тележку, набирай полную тележку продуктов и иди к папе. У тебя на карточке много денег, можешь смело покупать все, что хочешь. Ты будешь продавать. Покупать. Да? Да. Добрый, давай. Так, так. Папа приехал в магазин за продуктами. Игрушки. Так он же покупает ну, у тебя. Сейчас игрушки. Будет платить да, тебе деньги. Игрушечки. Ладно. Все. Идите на кассу. Все на кассу. Чики-чики-чики. Так. А ты пикай теперь. Давайте сканируйте. Ой. Спасибо. Еще одна осталась. Ой-ой. Сколько я вам должен? 19. 19? Заповедайте. Я арестовываю. Арестовываешь? Спасибо. Кого ты арестуешь? Я пошел домой. Все, папа купил полную тележку игрушек купил папа. Да. Класс. Интересная игра, да? Теперь... Нравится тебе, да? Теперь... Не хотите еще? Спасибо, я буду. Или идите к нам. Идите к нам. О. Папа, ты же забыл молоко купить для блинчиков. Да, давайте на тебе молоко. Тележку. Ой, можно я плаваю. Молоко, пожалуйста. Все, я плаваю. Ой, спасибо. А деньги? О. А сколько вам я должен? 13. 13, вот и на 20. Сдачу еще надо дать. Давай сдачу. Вот, копеечки сдачу. Спасибо. 7 копеек, да?
До свидания. Вот так вот. Сейчас. Чек надо, чек надо. Чек, да, я забыл чек. А ты же открой кассу, положи туда деньги теперь. Нет, кнопочку. Хоп. Вложи деньги, которые тебе папа дал. Вот так. Готово. Молодец. Что, не помещается? Закрою. Может, бочком как-то надо их другой стороной? Вот так. Не, попробуй вот так, котик. Вот так попробуй. Вот так помещается. Давай, видишь? Закрывай. Закрывай кассу. Готово. А ну покажи нам, какие тут еще кнопочки. Ну вот это открывает кассу. Я уже... А вот тут цифры набираются. Реальные цифры. Прямо как... Это как калькулятор. Это можно считать. Ничего себе. Давай покажем. Вот мы включили. Например, 3 плюс 5 равно 8. Считает калькулятор. А что вот эта кнопочка делает? Мне очень интересно. Ничего не делает. Но интересно. Посмотри. Пикает, да, можно пробивать товар. Классная штука, да? Идите к нам. Я здесь. Давайте я на курочку возьму, да? Ага. Давайте, сканируйте. Сколько вам я должен? 11. Спасибо. Чек выбивай. 11 нажимай. 1-1. Чек. 1-1. Вот так вот все. Готов. Ой! Ой. Отличный магазин. Да? Да. Ну все, говори пока-пока. Нет? А что? Будем еще. Еще будем играть? Меняйтесь местами? Теперь ты. Папа продаватель, Ева покупатель, да? Обратно, так вот еще полная тележка. А, все? Привет. Вот ты на курочку здесь. Нет. Я хочу рыбку. Давайте я вам сканирую. Так, только рыбку, больше ничего не будете брать? Буду. Так берите все продукты и потом приходите на кассу оплачивать. Все, что вам надо, набирайте в тележку, потом приходите к кассиру. Все подряд покупаем? Да. А что вы будете готовить, что вы столько всего набираете? А у вас есть столько деньги на все? Да. Есть. Вот они, деньги. Вот. Добре. Начало. Да? Начало. Ого. Сколько у вас получается? 19. 60, 70, 80, да? Да. Ваши 80. Спасибо. Покажи, что ты купила, покажи нам. Рыбу, молоко, лайм, виноград, печеньку, что еще, пиццу и курочку, да? Что же вы будете готовить, мисс Эви? Будем готовить блинчики. Вот бляку будем наливать и рыбу есть. Рыбу с молоком? Да. Хорошая комбинация. А животик у вас не будет болеть от рыбы с молоком? Да нет. Не, все да будет не хорошо. Да не подумайте. Будет. Ну хорошо, тогда я предлагаю найти нашу плиту и приступить к готовке. Ладно, да? Я пока.